Я по личному волеизъявлению снимаю с себя свои депутатские полномочия. Поэтому, если нет возражений, если нет дополнений, предлагаю этот вопрос вынести на голосование. Кто за то, чтобы утвердить текст той редакции, которую я зачитала ранее, политического соглашения? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались? Решение принято единогласно. Итак, я прошу первого, естественно, подписать данное политическое соглашение Серова Владимира Николаевича. Извините, пример. Наталья Владимировна, я зачитываю подписку, прошу депутатов подходить и подписывать политическое соглашение. Фомичева Наталья Владимировна. А Чендлер нам подает? Конечно, вы сразу же брали Чендлера. Кузнецов Дмитрий. Кириченко Евгений Иванович, прошу подходить и Там Егор,